Дорогие друзья, начинаем обзор на два моих телефона. Samsung Note 4, знаменитый, со стилусом, и iPhone 10s Max. Ну, Samsung уже, так получается, 8 лет, я его в 14 году, по-моему, покупал, или в 15, точно не помню. И со временем что-то он стал притормаживать. Скорее всего, у него что-то с памятью, поэтому сравнивать скорость загрузки, думаю, нет смысла, так как у него и игры, и все дольше грузится, даже приложение. Он даже просто загружается, включается гораздо дольше, чем раньше. Поэтому будем сравнивать просто производительность нового поколения и старого. Поискал тут одинаковые игры, постарался. Так, выгрузим все приложения. Так, первое. Subway Surf. Попробуем. Посмотрим, что из этого получится. Или до сих пор еще грузится. Так, все. Кстати, заметно, да? Не знаю, видно ли вам, но мне как-то вот экран на 10s Max не такой сочный, как на Note 4. Цвета немного сочнее. Даже не яркости дела, а тут какие-то они более приглушенные. Ладно, поехали. Фу. Так, играть я особо-то не умею. Так что делаем на это скидочку. Так. Ну, в принципе, тут производительность-то одинаковая. Игра слабенькая, потому что... Ну ничего, я там приготовил, еще танки будут. Ну, проверим. Так, чего? Два раза. Угу. На скейте полетели. Так. Оп. Вы. Вау, все, ладно. Хватит, думаю, на этом. Так. Теперь. Какая игра идет следующая? Так, World of Tanks. Так, попробуем его. Поехали, настройки. Здесь тоже настройки. Графика. Так, вручную. Так, ну, на низких давайте попробуем. 30 кадров, 60 ставим. Сверхнизкая. 60 кадров. Так, камуфляж для всех. Отключено, статическое. Так, текстуры HD везде просто стоят. Так, сохранить. Так, здесь у нас уже в бой поехали мы. Так, FPS 60. Ну, на низких как бы. И не следовало чего-то другого ожидать. Так, ладненько. Здесь. Поехали. FPS 58, если вам видно. Едем на сверхнизких. Так, ну играть-то я не знаю, надо или нет. Кстати, настройки у нас можно поменять во время игры? Нет, нельзя. Как выйти из боя? Кто знает. Бум. Никак. Ладно, поехали. Вперед тогда. Теперь настройки. Переходим в настройки, графика. Так, ставим среднее. Стоит, нет? Ну хотя Samsung уже слабоватенький, средний надо проверить все-таки. Так, все средненькие настройки, везде одинаковые. Вот Samsung на средних уже. Не так хорошо себя чувствует, да? А, 58 FPS, 60, но все равно как-то не такая более плавная картинка, как на айфоне. Отлично. Кстати, зарядка у обоих была по 95 или 96%, так что посмотрим, сколько зарядки уйдет за все время игр. Так, теперь ставим высокие настройки, наконец-то. Ну, как бы на айфоне вообще ему все равно, но вот Samsung будет тяжело, я думаю. Высокая, высокая.
Сделай самокрайне. 60 кадров. Так, следы гусениц почему выключены? Бомб, мы их включим. Так, отражение низкое, ну ладно. Хотя я все на максимум обычно ставлю. Так, поехали. На iPhone 60 FPS, на Samsung 19-29. Как я и говорил, ну тяжеловато уже переваривать более-менее как бы современные игры на высоких. Так, ну и на Samsung 6. Что он, разогрелся что ли? Или что с ним случилось? Оп, 39, 23 кадра. Тогда как на айфоне, также 60, 23. Так, теперь какую игру будем запускать? PUBG. Тяжеленькая вещь, наверное. По-моему, даже на айфоне она не так ловко шла. Ну, сейчас проверим. Настройки графики. Вижу настройки, графика и звук. Так, графика. Частота кадров. Классический положим выключить. Так. Бан. На. Плавно поставили. Так, здесь график. Ставим. Тоже плавно стоит. Частота кадров средняя, даже высоко нет. Так, и то тормозит на Samsung. Так, ну так, по ощущениям. Тормозит. Да и на айфоне как-то не супер плавная картинка, я бы не сказал, что супер плавная какая-то. Так, попробуем поменять настройки. Графика. Графика. Так, баланс. Ставим баланс. Применить. Оп, оп. Так. На айфоне. В принципе, так же. О, на Samsung подтормаживать стало. Подтормаживает картинка заметно. Так, поставим высокие. Графика. Высоко. Этот режим скоро будет доступен на вашем устройстве. Максимум. То есть выше мы не можем поставить. Выше средних. Ну, в принципе, да. Тут и на средних он так притормаживает. На айфоне вообще ничего не поменялось. Также более-менее, ну, относительно плавно, какие-то прям такие микро-микро подтормаживания. Давайте попробуем поставить соки. Максимум ультра. Ага. Ультра сейчас нельзя поставить, только через лобби. Хорошо. Да, все равно ничего не поменялось. Тут уже меня мочат. Как бы... На iPhone выводит только... Не знаю. Напишу, через лобби можно графику уже ультра поставить. Или он не поддержит, но... Сомневаюсь, что он не поддерживает. Так-то мощь у него хорошая. Так, ну вот Samsung. Так, беги-беги. Беги-беги. Тут поставим автомат, чтобы бежала. Вот. Видно, да? Где картинка плавнее, а где притормаживает. Угу.
На самом деле уже мочат нас. Да, iPhone вообще так слегка тепленький, Samsung уже горячий просто вообще. Кипяток. Ладно, хватит, пожалуй. Все понятно с этим у нас. Так, теперь что дальше? Real Racing. Попробуем. Так, iPhone загрузился. Вообще отлично. Никаких подтормаживаний, ничего. Так, прям поехал. Ага. Поедет ли дальше? Едет. Так, ну давай. Samsung тоже поехал. Вот видите, да? Какая разница в частоте кадров. Ну просто. Samsung просто очень-очень мало кадров. На iPhone вообще отличная частота кадров. На Samsung. Притормаживает, очень притормаживает. Call of Duty. Давайте попробуем. Друзья, не вижу смысла сравнивать iPhone на низких, на средних и на высоких, потому что на Samsung просто доступны только низкие настройки. Сейчас я вам покажу. Вот только низкое качество графики. Здесь очень высокая частота кадров, средняя. Так что, возможно, он не тормозит, а просто, ну... А хотя он даже вообще не тормозит. Очень так плавно идет игра. Ну, на айфоне даже на высоких суперско. Камера у меня снимает 30 кадров в секунду, поэтому вам все равно будет казаться, что тормозит, но на самом деле... Вообще никаких подтормаживаний, ничего нет. На айфоне вообще очень плавная картинка. Samsung, кстати, вообще очень сильно нагрелся. Вообще кипяток. Аж пальцы, кончики пальцев обжигает. iPhone так вообще слегка тепленький. Все супер тут играет, все отлично идет. Ладно, следующую игру. Поехали. Запускаем CrossOut. Отлично. Привет, Айвиго. Так, ну что, показывает, поехали, пробуем ехать. Так, на Samsung притормаживает, на iPhone вообще нормально. Идет 30 кадров, кстати, на Samsung, если вы заметили. 30. Бум. А, это просто камеру надо передвинуть. Понятненько. Ну-ка, кстати, настроечки. Графики есть. Графика. Высокое разрешение выключено. Так, если мы включим, предельная частота 60 поставим. Очень низкая, очень низкая. Так, поехали. Ух, ух, как нормально идет. Так, едем, едем. Ага, врезались. Так, и чё, куда надо было? Ага, типа туда. Понял. Назад. Так, 60 кадров, 48 на средних. Ой, на минимальных. Ставим средние. Так, давайте поставим средние. Средние, средние. Поехали. Так, 48. Жух, разворот. Уп. Разворот. Так, разворот. Хоп. Ну что, поехали. Так, на айфоне 60-47, на Samsung. Бом, отлично. Ставим высокие. Графика.
Так. Очень высокая. На айфоне. И очень высокая на Samsung. О, все, начинает притормаживать на Samsung. Так. 30 кадров. 30 кадров. Поехали. Давай, давай. Так, надо врезаться опять, видимо. Ой, уже все поехали. А мы-то че? Ну давай, поехали. А, бой еще не начался на Samsung. Все, поехали. Айда, погнали. Едем. 26 кадров. Ну че ты меня прижал-то? Да-да, поехали. Да, сложно управлять и смотреть сразу на два телефона, друзья. Ну, как получается. Так, ага, вон там враги, как я понял. Давай, Samsung. Поехали. На врагов. Ай, да, погнали. Ага, вот враг. А что, есть наводка? Самонаводящийся режим. Так, по-моему. Ну вот, навелся и что. Стрелять-то вам нет. Угу. Да-да-да, поехали. Отлично. Давай сюда в круг встанем просто и все. И будем здесь стоять. Посмотрим, кто что. Давай, на этого наведемся. Так, здесь. На этого наведемся. Давай, давай, стреляй, стреляй. Отлично. Ну, в общем, 25, 26 и 59, 58. Думаю, в принципе, этого достаточно сравнения. На Samsung, в общем, тормозит, на iPhone нет. Еще какая-то гоночка. Так. Отлично. Дизелол. Ага, назад. Поехали. Ну, вообще не тормозит. Ну, количество кадров, конечно, не показывает. Так, отлично. Так, попробуем. Поехали. На Samsung как будто немножко притормаживает. Так, врезались в скалу, отлично. Ага. Нормально, на средних идет даже. Так, давайте попробуем высокий. Соки. Ага, на Samsung уже более-менее так притормаживает. На iPhone также плавно идет картинка. Так, монетки собрали, газу. Поехали. Ух, нормально. Дерево помешало еще. Так, ну и... Да. Ух. Более дергана картинка стала на Samsung. Ой, что я сделал? Ага, понял, вышел. Маультра. Вот так, нормально. Все шевелится, все двигается, в принципе. На айфоне вообще плавно. Красота просто. Поехали. Поехали. Нормально играть можно даже на ультрах, даже на Samsung. Так что вообще без проблем. Ой, в какую-то грязь я заехал, по-моему.
И вообще машина еле едет. 47 и 71. Было зарядки одинаково. Ну, теперь посмотрим, сколько по времени будет заряжаться. Надо мне их сейчас будет разрядить. Включу, я думаю, видео воспроизведение. Итак, друзья, теперь проверим быструю зарядку. Насколько быстро они заряжают. 11%, 11%.